там видел такую, такую большую птицу, черную, ну, похожую на мою каркусу. Да? Да. А я, знаешь, только что слышал, как кто-то за окном кар-кар. Я так еще больше еще думаю, я так еще хотел сделать кар-кар. Ты знаешь, как эта птица называется? Ворона. Ворона. Да, да. Черная ворона. Черная ворона, кар-кар-кар. А что ты вообще знаешь про ворон? Ну что, они очень умные птицы. Да? Да. О, ребята, здравствуйте. О, привет, ребята. Да, вороны это очень умные птицы. Очень. Вот, вот где-то вороны даже с помощью автомашин колют орехи. Берут орех, вот так кладут на дорогу. Машина приезжает, раскалывает его. А она такая умная, вся подлетает, расколотый орех, берет и ест. Ничего себе! Да, да. А я знаю, что вороны укрепляют свое гнездо не просто ветками, но еще собирают там проволоку разную и укрепляют. И у них тогда очень гнезда крепкие. Когда ветер деревья вот так вот качает, гнезда остается на месте. А еще, ребята, знаете, что вороны, они очень дружелюбные. Если у них в стае кто-то повредил там себе либо крыло, либо ножку, то они друг о друге заботятся. Вот да. Это да! Да, да, вот так. А мне казалось, что вороны, они такие хитрые и плохие. А оказывается, наоборот все. А вот еще видите? Вороны, да. Они такие умные, они даже считать умеют. Да? Да! Один раз опыт проводили. В одну коробку положили 14 каких-то жуков, а в другую 15. Ага. И ворона сразу выбрала ту коробку, которая 15, которую больше. Вот. Ничего себе! Вот, ты бы сразу так же не определил, сколько. Конечно, не определил, вот. Если бы я не умел считать. А если я умею считать? А еще вороны любят очень играться. Да. Вот, да. Бывает, там катаются там с горок разные. Вот это да. Баночки в клюве носят и бросают, и там бах, так. Вот это. Значит, мы будем каркушу брать с собой кататься на санках. Да? Каркуша, ты будешь кататься? Да. Будет. Вот, ребята, да. Оказывается, вороны это самые умные птицы, самые вот, которые умные. Умеют считать, и они даже определяют эти числа, цифры. Вот это да. Да. Вот это. Так что вот, и вообще они летают везде, вот, и вот, а некоторые за ними наблюдают, вот, да. Они такие интересные. Считают ворон, так ля-ля-ля, считают вот, ворон. Ой, что-то, уже мультфильм, и спать? Давай, давай посмотрим мультфильм и будем спать. Ребята, я желаю вам спокойной ночи, сам пойду сейчас посмотрю, сколько там ворон на улице, в окошко, а потом... Как ты пойдешь, они уже спят. Надо уже ложиться. А, тогда завтра посмотрим. Да. Тогда давай смотреть да. Мультфильм, да. А потом спать. Давай. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи, ребята. Каркуша.